Приветствую вас, друзья, на своем канале, и сегодня мы рассмотрим такой интересный проект, как HashCard. А что же интересного в этом проекте? Ну, мы все с вами знаем, как тяжело обменять криптовалюту, фиатные средства и при этом затратить маленький процент комиссии. Прежде чем нам вывести деньги, нам нужно их с кошелька вывести на биржу, либо сразу на BestChange, где космические просто комиссии. Я, по крайней мере, вывожу на одну биржу, не буду ее рекламировать. И уже с нее на 2 кэш, а с 2 кэш уже перевожу куда мне нужно. И ну, комиссии достаточно высокие, всегда теряется много денег лишних. И как бы хотелось такой продукт, который можно было бы пойти в магазин и, допустим, картой оплатить свою покупку криптовалютой, чтобы она автоматически конвертировала эти средства. Сейчас такой продукт имеется, и этот продукт HashCard. Эта компания выпускает карту, выпускает мобильное приложение. Я его, кстати, себе закачал. Смотрите, очень удобное и интересное это приложение. Если вот видно, очень много разных монет, да, там около 30 штук их. И все монеты такие основные, у каждого, кто занимается криптовалютой, они обязательно есть в портфеле. И просто вы переводите эти монеты на платформу, и они там хранятся, да, и вы можете также в любой момент вы решили потратить, да, пойти там купить себе бытовую технику какую-то, вы перевели, ну, к примеру, там Stella монету, да, вы ее перевели на карту и пошли в магазин, ее раз оплатили, автоматически конвертируется и в доллары, в евро или в рубли, ну, в любую вашу валюту. И все, вы не заморачивайтесь никакими этими действиями, обменниками, просто и удобно. Мне вот это очень нравится. Еще хочу сказать, что эта платформа заработала на ICO Bench 4,9 баллов. За всю свою историю я ни разу не видел таких проектов, которые, ну, получали такую высокую оценку. Даже несколько дней назад я заходил, я присматривался к этому проекту, и я заходил на ICO Bench, и там за сам продукт получила компания 5 баллов. 5! Я, честно, ну, не видел даже ни разу таких оценок 5 баллов. Сейчас они снижены. Снижены, я считаю, намеренно, потому что конкуренция у этого проекта очень большая, и ни у кого еще нет реально рабочего продукта. У этой компании есть рабочий продукт, и уже 15 мая будет отправлена первая партия карт людям. И тем, кто прошел успешно регистрацию, верификацию, им будет отправлена первая партия карт, и уже люди будут оплатить. Я тоже себе закажу. Чуть-чуть я припоздал, конечно, долго рассматривал этот проект, но мне он очень понравился, и я считаю, эта компания даст большие иксы. Что еще интересного, приобретая токены, преимущество вот этих вот токенов на ICO, ну, во-первых, сейчас вы получаете скидку, если вы сегодня же, да, зарегистрируетесь, осталось 5 часов, вы получите скидку 30% и бесплатную карту. То есть 15 мая они высылают вам эту бесплатную карту, и вы ей пользуетесь. Ну, давайте с вами перейдем на сайт компании и подробно изучим, все разложим по полочкам. Погнали! Давайте зайдем на сайт и конкретно разберем детально этот проект. На главной странице имеется ссылки на white paper, можете зайти, всегда обязательно нужно white paper прочитать, чтобы понимать, с чем вы имеете дело. Видео, где
создатели проекта дают интервью и демо-видео, где видно, как команда приобретает Макдональдс, гамбургер или еще что-то с картой хэш-карт. То, что продукт рабочий уже. Ну, давайте этапы и размеры бонусов. С 1 мая по 3 мая идет первый этап с бонусом 30% и минимальная покупка на $100. С 3 по 13 мая этап продлится 10 дней и минимальная покупка на $50 и 20% бонус. С 13 мая по 23 также 10 дней, минимальная покупка на $25 и 15% бонус. С 23 мая по 2 июня минимальная покупка $5 с 10% бонусом. Со 2 июня по 12 июня минимальная покупка 10 центов с 5% бонусом. Примечательно, что мне нравится у этого проекта, у них очень маленький soft cap и hard cap. Они soft cap у них 3 миллиона, а hard cap 9 миллионов долларов. Вот с такими минимальными ограничениями в инвестицию, да, до 10 центов, соберут они его буквально за считанные минуты, мне так кажется. Потому что, во-первых, маленький hard cap, а во-вторых, любой совершенно участник может участвовать и приобрести токены. Так как в других компаниях там минимум на $500, на $1000 можно это инвестировать, да, здесь вот такие вот минимальные суммы инвестиций. Ну, показано доступ к вашей криптовалюте для ежедневных трат. Способен хранить множество видов валют, как я вам показывал уже на приложении. Обменивает криптовалюту в реальном времени, принимает более 30 миллионов торговых точек, использует все преимущества современной финансовой криптовалюты. И также депозит, в чем вы захотите, в том вы и вносите этот депозит. Хранится криптовалюта на максимально защищенном блокчейн кошельках. Ваш кошелек HashCard доступен как на операционной системе iPhone, так и на Android. И полностью защищен технологией Multisig и SSL шифрованием. И также есть двухфакторная аутентификация, обеспечивающая спокойствие и свободный доступ к управлению вашими криптовалютами. И расходы. HashCard конвертирует вашу криптовалюту в традиционную валюту в режиме реального времени посредством мгновенного обмена на более выгодным курсом. Оплата и снятие средств могут производиться в любом месте, где принимаются Visa и MasterCard. То есть в любой банкомат вы можете зайти и также снять. Но единственное, что будет комиссия за именно за снятие именно банком, с которого снимаете. Максимальная безопасность. Весь трафик ихнего веб-сайта работает исключительно через зашифрованный SSL. Двухфакторная аутентификация представляет дополнительную защиту, и сайт разработан и соответствует ICO 222 и каким-то там PCI DSS стандартам. Кошельки и приватные ключи хранятся и защищены с использованием AES-256 шифрования, так что надежно все в принципе. Давайте перейдем к дорожной карте и смотрите, какой же план развития у них. В ноябре 2017 года вообще родилась идея этого проекта. В декабре 2017 года переговоры с эмитентами дебетовых карт в Азии. Январь 2018 года первый раунд для инвесторов и дискуссии и партнерства. Далее февраль 2018 года они создают минимальный рабочий продукт, карты, кошельки, создание структуры по легализации.
в марте создается веб-сайт, кошелек и бета-тест карты. И публичный анонс на крипто ICO саммит в Цюрихе. А в 2018 году whitelist и pre-ICO проходит. Так, в мае whitelist и основная стадия ICO. И далее мы видим у них поддержка различных криптовалюты и виртуальная карта, потом бэкапы и эмитенты в Евросоюзе, обязательное лицензирование, внутренняя валюта и уже в четвертом квартале 2018 года корпоративные и зарплатные карты у них. Вот это вот интересно уже, да, уже будет и зарплатная карта, так что люди уже постепенно могут без проблем брать криптовалюту и не бояться, что какие-то будут заморочки с обменами или еще с чем-то. Ну, далее смотрим, в каких медиаресурсах говорилось о хэшкар. Ну, давайте посмотрим вот биткоин новости. И тут вот статья такая вот про пользу хэшкарта. А и еще такой медиаресурс, как BitManager. Это журнал, интернет-журнал. И тут вот говорится вот какая все-таки спасительная карта, это хэшкард, единственная в своем роде, и какая она хорошая. На самом деле это спасение для криптовалютного мира. Далее идет команда. Команда молодцы, придумали идею хорошую, и ее настолько так глубоко уже осуществили. Advisors. Все такие опытные и за плечами имеются, вот как Constant Tyler, он имеет более чем 20-летний опыт работы в области стартапов и стратегического планирования, как бы доведут дело до конца консультанты эти, помощники. Давайте перейдем к ICO и к деталям, продажам токена. Смотрите, тип токена ERC-20, всего выпущено будет 150 миллионов токенов, хардкап $9 миллионов или равный 90 миллионам токенов. Софткап это $3 миллиона и 30 миллионов токенов. Цена за один токен хэшкард 10 центов. Выпуск через 72 часа после окончания продаж токенов, и даты продаж это с 1 мая по 12 июня. Каким же образом будет распределение токенов? 60% выделяется на продажу, 16% будет зарезервировано, 15% остается команде. Кстати, заморожены они будут на 18 месяцев. Это очень хорошо, 18 месяцев они не будут трогать и не будут манипулировать этими монетами. 5% адвайзеры также на 12 месяцев заморожены будут, и 4% выделяется на баунти программу. И суммарный объем 90 миллионов токенов, что составляет 60% всех токенов, будет предложено для продажи, и все непроданные токены будут сожжены. Давайте перейдем к плюсам этого проекта. И максимальная годовая нагрузка на карту $250 000. А это ни много и не мало. Для кого-то это много, для кого-то это мало. Это хороший уровень, нормальный. А лимит транзакций, они безлимитные транзакции. Снятие с банкомата $5 000 в день вы можете снять с банкомата. Ежемесячной платы за использование нет. На онлайн или офлайн покупки комиссия 0,5%. Ежегодная плата за использование карты это $25 в токенах хэшкард. Круглосуточная поддержка команды. Какие же преимущества покупки токенов на ICO? Это скидка 30% и плюс бесплатная карта HashCard.
Единственными доступными токенами будут те, которые были проданы на стадии ICO. Ранние инвесторы имеют возможность получить выгоду от продажи этих токенов. А токены команды будут заморожены до 4 квартала 2010 года. Тем самым они не смогут повлиять на цену этого токена. И как только продажи токенов закончатся, единственный способ получить хэш-карту, это купить эти токены на бирже и уже за них приобрести данную карту. Ну и на токены хэш-карт всегда будет спрос, так как эти токены ограничены и они больше не будут выпущены. Ну что ж, друзья, проект уникальный, проект нужный, и я считаю, нужно обязательно принять участие в этом проекте и приобрести токены, так как их больше не будет выпускаться, и дальнейшее использование карты, кто захочет приобрести себе карту, обязательно у вас же купят по вашей цене эти токены. Поэтому успевайте, пока есть бонусы, приобретайте эти монеты. И спасибо вам за внимание. Пока-пока.